Всем здравствуйте! Сегодня делали творожную запеканку. Что нам понадобилось? Творог, 3 яйца. Творога, наверное, получилось, ну так, наверное, полкило где-то. 3 яйца, 5 ложек манки, ложки 3 столовых сахара, щепотка соли, щепотка соды и пол чашечки чайной молока. Тесто было, в принципе, жидковато, но когда она приготовилась, вполне себе ок. Значит, какие лайфхаки обязательно рекомендуют? Постелить пергамент, прежде чем выпекать. Обязательно дать постоять минут 10 перед тем, как выливать в форму, чтобы манка немножечко разбухла. Вот. И что еще? И не вытаскивать ее сразу после того, как отключили духовку, чтобы она не упала и чтобы она легко отошла от стеночек. Ну вот с бумагой вообще, в принципе, без проблем вытаскивается, да, как бы. Вот. Всем рекомендую. Если вы еще не делали, не пробовали, развлекаемся, как умеем, кулинарничаем. Благодарю за просмотр. Контакты внизу. Много разных полезняшек. Буду рада видеть в своей команде. Пока-пока, до встречи.